У меня уехала жена. Это было очень радостное в моей жизни событие. Не потому что она уехала, а потому что меня от тоски пробило на сочинение песен. Я спою несколько песен, а вы представите себе, что моя гитара настроена. С тобой спорит, в глазах красные снегири. С одной стороны тролли, с другой стороны упыри. С одной стороны тащат, что брошено как попало. С другой стороны плачут те, кому не перепал. Недавно туман превращался в дым. Я тогда был иным. Меня принимали за своего, там, где нет никого. Я что-то весил и значил, пока не появилась ты. Сердце мое превратилось в лакан, чтоб чувство ловить не умел. И я увидел, что раньше был смел, какой из меня поводырь. И я услышал, что глух, и понял, что те, кто своих не заметит. И можно еще долго злиться и ныть, или винить иных. А мне стало не о чем говорить, я затих. Но вот прошло-то всего ничего, и появились ты. Гитара очень громко, просто очень-очень громко.